those against. США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, который отвергает признание Иерусалима столицей Израиля. За резолюцию проголосовали 14 из 15 членов Совбеза ООН. Документ подготовил Египет. В нем не назывались определенные страны или имена, однако выражалось глубокое сожаление по поводу решения о статусе Иерусалима. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Для США это было первое вето в Совете Безопасности за последние 6 лет. По словам постоянного представителя Ники Хейли, этой резолюцией Совет Безопасности посягнул на суверенитет Соединенных Штатов. Также она отметила, что ни одна страна не может указывать Вашингтону, где ему размещать свое посольство. Мы делаем это без радости, но и без сомнений. Нам не стыдно от того, что это вето было наложено в защиту американского суверенитета и в защиту роли Америки в мирном процессе на Ближнем Востоке. Стыдно должно быть остальным членам Совета Безопасности. У остальных участников голосования была другая точка зрения. Как показали недавние события, подобные решения не помогут установить мир в регионе, а это именно то, к чему стремится Совет. Британское посольство находится в Тель-Авиве и не планирует переезжать. Дональд Трамп своим решением отошел от многолетней нейтральной позиции, которую занимали США в отношении Иерусалима. Израиль контролирует город с 1967 года. Американский президент отметил, что просто констатировал очевидные вещи. При этом, по мнению международного сообщества, статус Иерусалима можно решить только в ходе двусторонних переговоров.